Ревматологи Дальнего Востока совершенствуют знания в Якутске. Свою работу начала вторая окружная конференция «Современная ревматология. От науки к практике». Почетными гостями стали врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Новосибирска. Еще до начала конференции опытные врачи провели осмотр и консультацию пациентов со сложным диагнозом. Ну а итогом станут подробные сведения о новых методах лечения и безопасности проводимой терапии. Планируется акцентировать внимание на тактике ведения пациентов на амбулаторном этапе с целью снижения тяжелых осложнений и инвалидности пациентов. Конференция завершит свою работу в конце недели. При снижении, вот это я подчеркиваю, при снижении численности населения у нас отмечается рост заболеваемости. Особенно здесь выделяется, просто выделяется в разы по отдельным заболеваниям именно Республика Саха. Почему мы так хотим поднять эти вопросы здесь на территории? Но я знаю, что у вас есть ревматологи, у вас есть детская очень хорошая служба. Все новые внедряются, все новые методы лечения. Однако, конечно, мы должны усовершенствовать, обменяться опытом, показать, что есть лучше, где в Москве, за рубежом, принять это к сведению, все равно и все направить, все наши усилия направить на наших пациентов.